Доброй ночи, здравствуйте, дамы и господа. Здравствуйте, здравствуйте. Я вас приветствую на мероприятии, которое называется Glove Mod Jam. Сегодня 1 января 2018 года мы здесь собрались, чтобы поиграть, порадоваться от месяц праздник, вот, как-то встретиться, пообщаться в новом году с новыми эмоциями. Вот, желаем вам прекрасного времяпрепровождения, хорошей музыки, будет сегодня много, хорошего вам настроения. Мы начинаем, друзья. Всем спасибо. Всех с Новым годом еще раз. Ура!
называется «Жужу». Автор ее Маркус Миллер, такой есть прекрасный басист. Но сегодня у нас на басу Алексей Заволокин, друзья. Вы знаете, он абсолютно тоже молодец полностью. Итак, следующая композиция, которая у нас прозвучит, она будет вокального характера. Я бы хотел пригласить на сцену сегодня нашу гостью, зовут ее Юлия Алимова. И смотрела на прекрасную песню, которая называется «Don't you worry about thing». Вот, и сейчас Юлия сама расскажет, наверное, историю этой песни. А, вот у тебя другой микрофон, хорошо. Итак, друзья, всем еще раз доброй ночи. Всех с Новым годом. Кто вновь прибыл, я вас приветствую. Вы попали на мероприятие, который называется «Club Host Jam». Друзья, Юлия, Алексей Козлова. Мы здесь собираемся каждую пятницу, но сегодня исключение. Сегодня 1 января, и мы решили, что можно нам собраться, в принципе, еще разок. И это здорово, я считаю. Спасибо вам, что вы все пришли. Всех, друзья, с наступившим уже 2018-м прекрасным годом. Ура! Спасибо вам огромное. И мы можем начать. Прекрасно. Это практически «Don't worry, be happy» Макферна. Это другая песня. Thank you.
вот почти получилось. Я надеюсь, что это будет такое позитивное начало 2018 года. Друзья, всех с Новым годом, счастья, любви. Всего вам самого хорошего. Друзья, спасибо огромное. Юлия Алимова сегодня здесь у нас в гостях, 1 января. Друзья, давайте ей отдельное спасибо за прекрасное видео, которое с Новым годом. Спасибо огромное, что пришли. Это прекрасно. Итак, следующая композиция, которая сейчас прозвучит, будет инструментального характера. Господа, духовая наша братья, прошу вас на сцену. Композиция, которая сейчас прозвучит, будет опять-таки Маркуса Миллера. Будет она, вот Алексею Лёше нравится очень, смотрите, как он рад вот этому событию. Вот, композиция Маркуса Миллера, называется она Run for Cover, друзья. Вот, я надеюсь, все ее знают, вот мы ее тоже, собственно говоря, знаем, и поэтому сейчас мы ее и сыграем для вас, друзья. Как вообще настроение? Надеюсь, у вас все хорошо, да? Друзья, классно. Всем еще раз доброй ночи, кто вновь прибыл, вы попали на Главпост Джем. Я вас с этим поздравляю. Друзья, мы продолжим. Все ли у нас готовы? Есть ли саксофонисты еще в зале, спрашиваю? Пока нету. Ну, в общем, мы начнем потихонечку. We'll be right back.
Thank you.
Ура, друзья! Огромное спасибо! Композиция называлась «Run for Cover». Для вас ее сыграли на барабанах Игнат Кравцов, сегодня у нас здесь. На бас-гитаре Алексей Заволокин. На гитаре Сергей Коньков. На вот прекрасном электровиолончели, пожалуйста. Алексей Орлов сегодня у нас здесь. Интересное, да, такое происходит? Добавление. Вот, собственно, господа, духовики всех представлю позже. Спасибо вам огромное за внимание, друзья. Мы прервемся на небольшую паузу, которую заполнит своей музыкой наш сегодняшний диджей, диджей Франц. Спасибо вам огромное за внимание. Мы продолжим буквально через мгновение. Спасибо. Хорошего отдыха. Всех с Новым годом, друзья, с наступившим. Ура! Друзья, мы сейчас исполним очень красивую песню Стиви Уандера, опять-таки. Сегодня у нас вечер Маркус Миллера и Стиви Уандера, в общем-то. Так, видимо, произойдет. И еще будет отклонение в сторону Лени Кравица, если кто не знает такого исполнителя. Вот. Итак, друзья, давайте. Композиция называется All I Do, и сейчас Анжелика Фролова. Ее изобразит сегодня здесь у нас в гостях 1 января. Друзья, всех еще раз с наступившим Новым годом, чтобы у всех все было хорошо. И здоровья вам, конечно же, во все ваши органы, друзья. Ура! И мы начнем. Добрый вечер, дамы и господа. Я очень рада сегодня вас поздравить с Новым годом. Вы знаете, так интересно, в этом году очень много я встречаю своих друзей-музыкантов, они очень о многом говорят. И я хотела бы подытожить все, что я услышала, и такое некоторое пожелание вам вообще высказать. Вы знаете, я хотела бы, чтобы в этом году, пожелать вам, чтобы в этом году все притворное сменилось на самое настоящее. Все пустое сменилось на самое правдивое. Вот такое вот мое пожелание вам в этом году. You get to be. А я, кстати, не помню эту мелодию. Yeah.
Ура, друзья! Анжелика Фролова! Спасибо большое! Много зрителей прекрасно! Вы представляете, столько вообще! Я просто прям праздник такой, это чистый сон. Спасибо вам большое! Итак, спасибо, друзья. Анжелика Фролова сегодня здесь у нас на Club Legend в клубе Алексея Козлова 1 января 2018 год. Я вас еще раз всех поздравляю. Мы молодцы, что мы здесь сегодня все собрались. Как это радостно и прекрасно, друзья. Спасибо вам огромное. Мы встретимся, кстати, говоря, с вами 5 числа. Вот-вот уже буквально через 5 дней. Пятницу. Традиционно. Здесь же в 00:00. Встречаемся, друзья. Всех вас ждем. Приходите обязательно. Итак, вот такой у нас хороший получился, да? All I Do Steve Wonder, вот эта вот зарисовочка, прекрасно. Я хочу пригласить на сцену Дмитрия Капустина. Сегодня здесь у нас в гостях этот человек, он тоже хочет нас всех поздравить, что-то сказать, да, какие-то теплые слова выразить всем собравшимся. Вот, и споет он песню Лени Кравица, называется она... Песня Лени Кравица, очень всем понравится, потому что на барабанах у нас Леонид Хайкин, друзья, сегодня здесь в гостях Леонид Хайкин. А вот сейчас она будет помогать в наших начинаниях музыкальных. И мы начнем, да? Или пару слов давай. Здравствуйте, друзья. Давай. Наконец-то Новый год наступил. Ура, ура, ура. Спасибо огромное за эту возможность справить его по-настоящему, потому что вчера не у всех музыкантов была такая возможность. Вот, ура, сегодня наступил Новый год. И давайте веселиться. I wish I could fly to the sky, super high.
Следующая композиция, которая сейчас прозвучит, называется она «Higher Ground», она называется, вот как называется, да. Композиция опять-таки Стиви Вандера, как я и повторился, сегодня у нас вечер Стиви Вандера и Маркуса Миллера. Вот. И, собственно говоря, я хотел пригласить на сцену Юлию Алимову, она сегодня у нас уже здесь блистала. Вот, еще разочек. Итак, Юлия Алимова сегодня здесь у нас. Друзья, композиция «Higher Ground», Стиви Вандер, мы начнем. Come on.
Спасибо, друзья, огромное. Юлия Алимова, композиция «High Ground» называется. Композиция Стива Ландера, друзья. Спасибо огромное. Итак, следующим номером нашей программы будет экспериментальная часть небольшая экспериментальная часть будет у нас сейчас. И я бы хотел пригласить на сцену человека, которого зовут Дали. Вот, и вам, господа, сейчас я... Да, есть? Есть, все. Вот. В общем, будет произведена сейчас какая-то авторская композиция. Вот этого человека зовут его Дали. Дали Сатаров. Ну, ты можешь ее, собственно, смотри, можешь вот это прям возьми и поставь, смотри. В общем, человек сейчас будет играть у нас на клавишах и будет петь песню. Песня красивая, про море. Правильно я понимаю, Дарья? Да, мир бескрайний, считайте. Друзья, итак, скажите, пожалуйста, а кто здесь сегодня первый раз у нас на нашем веселье как бы происходящее, да? Ну и как вам, нравится, в принципе? Нравится? Ну здорово. Друзья, приходите каждую пятницу здесь, в клубе «Алексея Козлова». Ну и вообще, в принципе, приходите на этот клуб, здесь всегда очень-очень много всего интересного происходит. Разная музыка, различные артисты, в общем, все такое интересное, разное всегда. А на джеме вообще всегда непонятно, что происходит. Ну, примерно, понятно, но всегда есть какие-то гости, знаете, всегда какое-то общение, новые люди, вот. Итак, готовы ли мы исполнить эту чудесную композицию? Дали. Yeah. Yes. Отлично. Всем привет еще раз. Добрый вечер. Доброй ночи. А можно вот на какое-то мгновение чуть-чуть hey. Вот монитор, только не сильно. А меня можно оттуда убрать. Спасибо, извините, технические ситуации. Совершенно недавно относительно открыл я для себя эту великолепную тусовку под названием Glove Moss Jam. И, конечно, сразу же влюбился. В большом восторге. Слава, большой красавчик. Большое спасибо тебе за всю эту историю. Спасибо огромное. Большое спасибо за возможность петь свою песню. Песня называется «Море». В общем-то... Поехали. Что чувствует к ней, слегка пострадает, но станет сильней. Так встреча за встречей безмолвно пройдут, они, как всегда, нужных слов не найдут. Ведь море, море сомнений в ее глазах, море, море сомнений в его словах, море. Море сомнений в простых шагах, море, море рождает неведомый страх, сомнения тяжкая ножа, а никто ее скинуть не может. Он сделает шаг, но отступит назад. Услышав, как в сердце аккорды звучат, она о погоде начнет говорить, чтоб за разговором волнение ее скрыть. И будут мечтать, что сумеют сказать, как им тяжело друг без друга дышать. Совсем разучились иначе дышать. Море, море сомнений в ее глазах, море, море сомнений в его словах, море, море сомнений в простых шагах, море, море рождает неведомый страх, сомнения тяжкая ноша, никто ее скинуть не может. Ла. La 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 la
Дали Сатана сегодня здесь, с композицией со своей авторской, вы понимаете, заявил со своей. Дебют для премьера песни, или что у нас произошло? Дали. Премьера песни. Класс. Итак, друзья мои, я думаю, что, может быть, мы сыграем последнюю песенку, да? Наверное. Друзья, мы хотим спеть последнюю песню, которая называется Little Less Conversation. Знаете вы такую, да, песенку? И где-то у нас здесь есть Дмитрий Капустин, пойдет. Сегодня Дмитрий у нас уже здесь был. Вот, а пока Дмитрий выходит, друзья мои. Хочется вам еще раз напомнить, что мы собираемся здесь каждую пятницу. Вот, веселимся, играем различную музыку. Вот, собственно, приходите 5 января, мы вас все будем ждать с огромным нетерпением, в общем. Приходите. Пятница. Итак, пока ребята понимают, что происходит. Кстати говоря, если вы используете социальные сети, там выкладываете какие-то вот, фотографии, публикации, ставьте, пожалуйста, хэштег #LoveMustJump. Вот, лично от меня просьба. Потом интересно находить видео, смотреть, что это и как. Вот у нас есть аккаунт в Инстаграме, там выкладываем фотографии, которые делает наш фотограф постоянный, его там, собственно, Валентин Монастырский. Ему давайте поаплодируем за то, что он сегодня здесь. Все вопросы к нему, наверное, сразу же. Я до сюда договорю, он знает. В общем, вот, и пока у нас звучит вот эта вот прекрасная бодрящая мелодия. Итак, Little Less Conversation, да? Или... Come on, baby.
друзья, спасибо вам всем огромное. Это был Дмитрий Капустин и Анжелика Фролова. Сегодня здесь 17-е воплощение. Ребята, это прекрасные, бодрящие, веселые композиции. Я вам хочу всем сказать огромное спасибо за внимание. Вот. Для вас еще поиграет наш сегодняшний замечательный диджей, диджей Франс, хорошую музыку. Вот. Я вас всех поздравляю с наступающим, и точнее, с наступившим уже Новым годом. Спасибо, что вы к нам пришли. Мы вас ждем 5 числа. Мы соберемся вновь, поиграем хорошую, прекрасную музыку, потусуемся, пообщаемся. Вот, спасибо всем музыкантам. Сегодня с вами Алексей Заволокин на бас-гитаре, друзья. Сергей Коньков на гитаре. Игнат Кравцов на барабанах. Отдельное ему спасибо сегодня, он как ангел-хранитель спустился, так сказать. Итак, сегодня еще Леонид Хайкин играл у нас тоже на барабанах, давайте его поаплодируем. Сегодня у нас еще играл ни много ни мало Чумаченко, Илья на саксофоне играл у нас. Иван Акадов играл сегодня на трубе. Егор играл сегодня у нас тоже на трубе, друзья. Итак, в общем, спасибо вам всем огромное за внимание. Спасибо всему клубу Алексея Козлова. Ребята, звук, свет, цех, светоцех, формальные официанты, администраторы. В общем, все охранники, все повара, всем огромное мерси. Мы с вами со всеми увидимся 5 января, друзья, в эту пятницу буквально. Всех вас ждем, приходите, а пока можно послушать музычку, повеселиться, отдохнуть. В общем, что-то выпить, закусить. Спасибо вам огромное. Всем всего доброго. Меня зовут Слава Густров. Увидимся 5 января здесь же, на этом же месте, друзья. Всем пока-пока. Спасибо. С наступающим, друзья!